Вчера я открывал кейсы Дотки. И я, конечно, надеялся, что когда-нибудь что-то подобное произойдет, но на деле я думал, что я просто просру свои бабки. Потому что кейс за 3 косаря – это ну просто дичь. Думал, выбью себе какой-нибудь мусор, но зато поору и соберу просмотров. Но то, что мне выпало, это было жестко. Конечно, я 100% это разыграю, поэтому досматривайте ролик до конца и обязательно чекайте условия. Так, ну чё, ребята, всем привет, с вами Топ Дота, и сегодня будем открывать кейсы. Посмотрите на мой лютейший баланс, 3800, я пополнил скинами, на тесте дропе так можно, это прекрасно. И вот для чего я это все сделал. Это Unreal кейс, я не знаю, он вообще самый дорогой из всех, что я видел. 3200, не знаю, что здесь падает, надеюсь, что-то очень годное, и, конечно, я это разыграю, если выбью, но мне кажется, что упадет какая-то какаха. Ну и чтобы видос не длился вообще 30 секунд, давайте откроем еще вот этот кейсик, посмотрим, что там падает. Батл Фьюри, стой, собака! Нет, нет, падает какое-то говно. Ну, хотя бы окупаемся, ладно, продаем. И давайте что-нибудь еще откроем. Golden Case, что-то крутим, не знаю, что здесь падает. Какие-то, ну вот курьеры, кстати, золотые неплохие. Если бы что-нибудь такое упало, было бы классно. А, нет, падает башер, кстати, тоже неплохо. 420 рублей, наверное, даже его, пожалуй, оставлю. Так, ну и давайте на Аркану, наверное, последний наш сундук. Крутим, не знаю, тут все две шмотки. Мне кажется, шанс здесь, ну, должен быть 50%, по идее. Но мне кажется, что упадет какое-то полное вообще говнище. Ну, да, конечно, конечно. Конечно, конечно. Да, просрали 200 рублей только что, но ладно. Сейчас самое главное, Unreal Case. Unreal Case, я просто не знаю. Посмотрите просто на эти вещи. ДК-хук стоит, сколько там он? 10 косарей стоит, по-моему. Вот эта вот штука 6. В общем, вот это вот все, оно стоит, ну, каких-то нереальных денег, по 5, по 6 тысяч, но, конечно, есть и всякое говнище, вот, типа, арканы, которые нам все время хочется, но не за 3 тысячи, потому что она стоит намного меньше. Ладно, все, погнали, я не хочу на это смотреть, просто поехали, я отворачиваюсь, все, я не смотрю, я не знаю, что там выпало, просто не говорите мне, пожалуйста, все, не надо. Зажмурился, смотреть не буду, даже не просите, не хочу, я не знаю, мне там по-любому какое-то говнище лютая упала. Так, все. Блять, 10300, господи. Я думал, он 1005 стоит. Какие 10300 нахер? Так, чуваки, теперь самое главное, давайте его заберем, выведем, чтобы ничего не произошло, не успело. Так, чуваки, момент истины, принимаем этот хренов сет. Да, принять обмен, нажимаем и давай. Ну, собака, да, все, наконец-то он у меня в инвентаре. Условия по розыгрышу в описании. Всем спасибо, всем пока.